Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии. В гостях сегодня у нас Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Я вот так более приближенно к гражданскому языку сказала. И главный модератор интернет-портала 7 на 7. Артур, добрый день. Здравствуйте. Будем говорить полное название комиссии или пожалеем слушателей? Пожалеем, я думаю. Ну, в общем, все равно никто не запомнит, общественную, я думаю, наблюдательную комиссию мы в наших эфирах периодически упоминаем. Я думаю, слушатели знают, да, это та общественная организация, которая реагирует на жалобы заключенных, которая реагирует на жалобы людей, содержащихся в каких-то временно, да, условиях ограничения свободы. В том числе ИВ, это спецприемники для административно задержанных, СИЗО, колонии, учреждения для центра временного содержания для иностранных граждан. И даже полицейские участки. Да, конечно, дежурные части, да. У нас тем много. Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонсов на нашем сайте hakirova.ru. Мы следим за страничкой и будем их читать, если вы их отправите. Вот. А начать я хотела бы сегодняшнюю программу все-таки с твоей оценки истории с убийством, я беру это слово в кавычки, и последующим воскрешением, тоже возьму это слово в кавычки, журналиста российского Аркадия Бабченко в Киеве. Напомню, 29 мая поступила информация о том, что на него совершено покушение, и Бабченко умер в машине скорой помощи. Получив 3 пули в спину. Да. И даже фотографии публиковались в интернете и социальных сетях. А вчера выяснилось, что все это было инсценировкой правоохранительных органов Украины, которые пресекали попытку покушения на Аркадия Бабченко. Ну, разные мнения высказываются, верю, не верю. Об этом я тебя не буду спрашивать. Я хотела бы тебя спросить, как модератора интернет-портала 7 на 7, о том, насколько подобные вещи снижают доверие в обществе к СМИ, во-первых, а во-вторых, снижают доверие в обществе гражданским активистам и журналистам, пишущим на гражданские темы. Потому что если Аркадий Бабченко пошел на такую инсценировку, фактически обманув в том числе там и близких, и друзей, была просто масса. Да, то есть родственников в первую очередь. Да, масса была вчера, я бы сказала так, некрологов, да, и потом выясняется, что все это неправда. На самом деле тут очень сложно судить, потому что я, допустим, был одним из людей, который писал по этому поводу пост. Правда, я его удалил вчера, когда узнал, что все-таки это была инсценировка. Но тут нужно ставить, в первую очередь, попытаться поставить себя на его место. Если он говорит о том, что это было необходимо, то я уверен, что это было на самом деле необходимо. Вот представьте, что вы узнаете информацию о том, что вас собираются убить. То есть, в принципе, это не первый случай. То есть, на самом деле, заказные убийства, они так и проходят. То есть, чтобы выйти на заказчика. То есть, представьте, вот вы находите... исполнитель есть, то есть он известен, но всегда нужно выйти на заказчика, то есть тот же исполнитель должен формально передать ему деньги, заказчик должен передать исполнителю деньги по итогам результата. И для этого я уверен, что... Потому что взяли исполнителя, да, но если его... даже возьмут одного исполнителя, наймут другого, вот в чем суть. А тут убрали заказчика, пускай даже таким способом, я считаю, что это нормально. Тем более СМИ распространяли информацию, которая была официальной в тот момент, распространялась официальными органами Украины. То есть тут я не думаю, что доверие упадет. На самом деле в интернете сейчас и в СМИ намного есть куча другой непроверенной информации. Которая ни у кого не вызывает нареканий. Да, потому что она не такая громкая, правда. Хорошо, учитывая конфликт, существующий между Россией и Украиной не первый год, может ли эта история быть использована каким-то образом, как инструмент давления и снижения доверия к гражданским активистам, в том числе к активистам, занимающимся тем, чем занимаетесь вы? Представьте, вы стали меньше доверять людям? Нет. То есть гражданским активистам. Я тоже не стал меньше доверять гражданским активистам. Это каждый решает сам. То есть кто доверял, те и дальше будут доверять. А кто не доверял, это их выбор. Собственно, это личная такая, да, большая история, чем общественная и какая-то формальная. То есть я не думаю, что это как-то скажется на доверии гражданским активистам.
Тем более материалы, которые публикует тот же Бабченко, они всегда перепроверены, они, ну, никто ни у кого не называет нареканий. Нет, на самом деле, конечно, нарекания есть, но тут тоже, но мне кажется, такая больше личная история, чем основанная на фактах. Хорошо, переходим к кировским темам, я бы сказала так. К деятельности общественной наблюдательной комиссии сначала все-таки. Артур, ну, наверное, стоит начать с последних каких-то вот ваших выездов в места лишения свободы. Я видела, и на портале 7/7 публикуются отчеты, и на портале общественной наблюдательной комиссии ОНК43.ру. Дефис43.ру. Не надо называть тот, который сайт без дефиса. Мы вернемся сейчас к этому сайту, но чуть попозже. Публикуется информация. Одна из громких историй — Данис Сафаргали, заключенный из Казани, который отбывает наказание в Кирово-Чепецкой ИК-5. Так называемый татарский националист. Да. Да, я был у него позавчера, его поместили в штрафной изолятор на 7 суток, ему дали за то, что он обращался, ну, формально за то, что он обращался к сотруднику на «ты». Он говорит о том, что на него оказывали давление, и он просто не выдержал, и уже потом начал хамить как бы сотруднику. УФСИН опровергает версию. УФСИН, конечно, опровергает. Ну, понятно, что да, лицо ведомства, они, разумеется, будут все опровергать. Но чем закончится, непонятно. То есть основной, ну, Сафаргали говорит о том, что его толкнули рукой. Ну, вот на видео видно, что он, у него, кстати, острая форма бронхита. Угу. Он много кашляет. И он кашлял в сторону сотрудника, приближался к нему, а сотрудник выставляет на него, ну, примерно, ну, выставляет руку и при этом как бы задевает его, практически толкает. Ну, сегодня, кстати, его вывезли в лечебно-исправительное учреждение в ЛЮ-12, там же, которое находится в Кирове. Ну, ЛЮ... Начнем с того, что ИК-5 – это колония для бывших сотрудников полиции. То есть он, это когда... колония общего режима, я так это понимаю. Это колония общего, да, режима, где содержатся, да, заключенные, обвиненные в не очень тяжких преступлениях. Не очень тяжких преступлениях, которые когда-либо работали в правоохранительных органах, угу, либо служили во внутренних войсках. Угу. Сафаргали, кстати, тоже служил, ну, точнее, работал в уголовном розыске одно время. Сказал, что ушел оттуда, не смог долго работать, потому что тяжело в плане моральном, угу, давить на подозреваемых. Так, то есть сегодня его в больницу? Сегодня его в больницу. Это, в принципе, этап был заранее. То есть единственное, что он опасается, что в больницу его вывезли как раз, чтобы шум утих, с ИК-5 связанный. И в ЛЮ-12 он его продержит в карантине. Могут продержать долго в карантине, толком не обследовать и вернуть обратно, когда шум утихнет. Претензии общественной наблюдательной комиссии к помещению заключенного в изолятор, они чем вызваны? Именно... Ну, формально есть видео, где он обратился на «ты». Обращение на «ты», угу, – это нарушение правил внутреннего распорядка. Формально это... Ну, на самом деле нарушение есть, оно зафиксировано на видеокамеру, и тут как таковых претензий нет, ну, так, к этому. Единственное, что это почему достаточно тогда, строго. Почему тогда история вызвала внимание ваше? История вызвала внимание, потому что Сафаргали говорит о том, что его неоднократно до этого, ну, у него оказывали давление, то есть дали две полосы, то есть поставили на профучет по двум мотивам. Первое – это то, что он склонен к побегу. Он говорит о том, что никогда не высказывал даже никому подобных мнений. Проверить эту информацию невозможно, потому что, ну, они говорят, как. Это у нас была оперативная информация. Угу. А что такое оперативная информация? Доступ к ней ограничен. То есть мы не имеем доступа к ней. Поэтому какая у них там была информация, в связи с чем дали полосу, это что... профучета, непонятно. А вторая — это то, что вот якобы, находясь в СИЗО в Татарстане, он распространял экстремистскую литературу. Хотя любая литература, которая поступает в СИЗО, она досматривается. Даже включая уголовные кодексы, их пролистывают, смотрят, нет ли там каких-либо вставок, там еще что-то. То есть на самом деле это кодексы. То есть она, в принципе, попасть туда не могла в СИЗО. А если она попала, то нужно штрафовать сотрудников, которые плохо относились к своим должностным обязанностям. Вот. Эта история с претензиями, я так их назову, да, к заключенному, она ему чем грозит? То есть вы вот в эту историю вмешиваетесь зачем? Чтобы помочь человеку добиться чего? Сейчас на самом деле все намного серьезнее, потому что в Кировской области, как я рассказывал в одном из предыдущих эфиров, часто стали привлекать к ответственности за дачу ложных показаний по 306 статье Уголовного кодекса. В сторону Сафаргали как бы тоже сейчас планируют это сделать. То есть есть подозрение, что он выйдет, ну, ему дали 3 года, то есть ему осталось, он выйдет, должен выйти на свободу в октябре следующего года. Угу.
но ему могут продлить срок, добавив лишнюю статью. За клевету? Вот, да, якобы за клевету. В отношении, потому что в отношении сотрудников исправительного учреждения. Да, что якобы его не толкали, ну, то есть, говорить, ну, то есть, что он сообщил ложное сведение о том, что его толкнули, а восприниматься все может быть по-разному Следственным комитетом. Вот сотрудник, ну, представляете, я вот, например, иду на вас, да, сотрудник выставляет вот так вот, ну, вот так вот руку. Вперед, есть, да, вперед показывает. Да, вперед руку. И, соответственно, задевает его. То есть считать это толчком или не считать. То есть как Следственный комитет отнесется к этой информации, непонятно. Трактовать можно по-разному. Да, то есть можно сказать, что да, толкнул, потому что вот выставил руку. Вчера мы с Ириной Колчиной, это начальник пресс-службы УФСИН России по Кировской области, как раз обсуждали это. Она настояла на том, чтобы убрать слово «толкали» из материала. Ну, я описал более подробно, что вот именно выставил руку, задев Сафаргали. Из материала на сайте УНК? Да. Ну, из материала на сайте 77. Ага. Даже такие вещи вы обсуждаете? Не да, убрать, вчера не убрать позвонила. Да, ну, она позвонила, специально попросила, что вот, там, я специально смотрела видео, да никто его не толкал, там. И УФСИН как бы ведет к тому, чтобы все-таки возбудить дело. Как это часто? Очень опасно. Как часто возникают претензии УФСИН к материалам 7 на 7? Я новостями... публикующимся по итогам посещения членами ОНК исправительных учреждений Кировской области. Это, конечно, лучше спрашивать непосредственно у журналистов 7 на 7, потому что я за журналистские материалы не отвечаю, я отвечаю за все, что публикуется в благосфере. То есть посты авторов, в том числе юридические риски. Ну, не часто. Это не первый часто. Случай. Хорошо, еще одна последняя такая вот недавняя история. Пост, выложенный вами же. «Бесчеловечное обращение с задержанными в городе Котельнич». Угу. Продолжение. Я так понимаю, что это, ну, такой, не знаю, там, шлейф материала от марта, кажется, да. этого года. Угу. Посещение членами УНК. Ну, напомню, давайте расскажу да, ситуацию. Да. Да, то есть мы приезжаем в Котельнич около 10 утра. Там находятся в камерах два человека. То есть в одной камере находится молодой человек, лет 25, наверное, и пожилая женщина. Камеры, это... камеры чего? Камеры дежурной части. Угу. То есть, ну, по сути, там они клетки. Просто клетки. Он же в народе обезьянник. Он сам, ну, по закону называется специальное помещение для содержания задержанных. Приходим, то есть, и там находится пожилая женщина с палочкой. Мы ее спрашиваем, за что вас задержали? Она говорит о том, что за мелкое хищение украла из магазина продукт. Дорогой? Ну, то есть, там неважно. То есть, даже если жвачку украсть и поймают, то это может грозить 15 сутками ареста. Угу. То есть, если до 2000 рублей. Если с 2000, то уже уголовная ответственность. Тогда помещают в ВВС. Вот она, ну, спрашиваю, как бы, вас кормили? Когда вас задержали? То есть, она говорит, что задержали накануне вечером, около 6-7 часов. Спрашиваем, кормили? Она говорит, нет. Мы спрашиваем у сотрудников, почему? Они объясняют, что да, мы еду заказываем раз там, в день на то количество, которое у нас находится в данный момент. А ее привезли позже? Ну, да, то есть мы заказываем по утрам, потом еду привозят в обед. То есть если у нас кто-то есть, да, они их кормим. А если кто-то приезжает позже, мы их не кормим. Угу. Что, в принципе, а по идее задержанные на срок более 3 часов должны обеспечиваться горячим питанием по закону. И да. это право их было нарушено, это подтвердила прокуратура. То есть было внесено представление. А что теперь грозит учреждению? Как-то, ну, на самом деле ничего не грозит. Вот если они не выполнят представление, вот тогда это будет уже ответственность. А как можно выполнить представление? Они должны будут заказывать еду во-первых, дважды они в сутки? Ну, по идее, они должны заказывать трижды в сутки. Это было бы логично, потому что все-таки люди едят 3 раза в день, а не 2. Соответственно, только ну, в других отделах есть практика, что на самом деле, ну, вот у нас даже в Кирове. А, то есть это исключительный случай такой, да? Да, получается? Потому что у нас вот в Кирове, например, завтраки заказывают в 6 утра. То есть на то, ну, их потом привозят. Так что в этом как бы проблемы таковой нету, заказывать еду. Вот. Ну а что такое отдел в Котельниче? Вот эта камера, клетка, в ней узкая скамейка, которая по ширине 30 сантиметров, на которой спать невозможно. В 2007 году я сам провел на подобной скамейке ночь. Уверяю, что это просто ужасно. Это даже на боку лежать неудобно. Но больше меня волновали-то причины, по которым задержали вот эту вот пожилую женщину. То есть, представьте, она не скрывалась, она приехала, ну, то есть, ее приехали за ней домой, и именно вечером, ну, могли точно так же приехать утром и отвезти с утра в суд. Забрали на ночь? Да, забрали на ночь, просто чтобы она просидела в клетке. Причем женщина не бомж, да, то есть обычный пожилой человек. С пропиской. Сейчас вернемся к этой истории. В студии нашей Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, главный модератор интернет-портала 7 на 7. Особое мнение.
на 101 FM. Продолжаем разговор с Артуром Абашевым. Остановились на случае в Котельниче, где на ночь за решетку, в обезьянник, да, как говорится в народе, была помещена пожилая женщина за незначительную кражу из магазина. Хотя могли бы, конечно, ее оставить дома. Да, и конечно, она не скрывалась, она абсолютно, ну, то есть не было никаких оснований, тем более суд ей потом дал всего лишь штраф. То есть ей не давали сутки ареста. Понятно. То есть эта история для нее закончилась, можно сказать, благополучно, кроме вот этой вот ночи, если считать ночь, проведенную за решеткой. В клетке, будем говорить, что это клетка, да, потому что нормальные камеры не имеют места для сна, то есть там примерная полочка хотя бы 70 сантиметров шириной, на которой можно хотя бы лежать, да. Как в поезде. Прокуратура прислушалась к вашему мнению, требованиям общественной наблюдательной комиссии, вынесла представление руководителям вот этого вот места содержания административных задержанных. Хочу отметить, что это было уже второе представление прокуратуры, да? Потому что предыдущее было как раз в прошлое посещение наше. То есть там именно... Там были устранены недочеты? Частично. То есть в одной камере они, допустим, сделали приточно-вытяжную вентиляцию, но в другой не сделали. Так, теперь будет делаться во второй камере вентиляции. Ну, вот, например, как вот было, ну, вот, например, возьмем, к примеру, ИВС, точнее, дежурную часть в Кирсе, да, или Кирсе, не знаю, как правильно. Вот, там как сделали? То есть там просто, ну, также представление прокуратура вынесла, и с тех пор они просто не помещают никого в камеры. Потому что зачем? Ну, город, не, ну, то есть населенный пункт небольшой. Все как бы известно, где живут, где находятся, поэтому зачем их держать в клетке? А если сбежит? Куда можно сбежать? Ну, ну да. За административное правонарушение, то есть это же не преступники, как такое, то есть просто люди там, ну, там шел пьяный, да, то есть его там поймали, задержали по 20-21 КОАП за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, составили протокол, при этом отвезли домой и отпустили его там же, заобязали явиться в суд на следующий день. Намного проще такой вариант. Многие даже, ну, начальники вот, дежурных отделов полиции говорят о том, что у нас здесь не вытрезвитель, мы специально не задерживаем таких. Ну, точнее, мы составляем протокол, отпускаем домой, потому что зачем они нам здесь? Ну, возиться, конечно, это же, с выпившим человеком, это, да, и потом это чревато. Водить его в туалет, заказывать еду. А если, не дай бог, еще что-то случится с ним по состоянию здоровья, да? Перед тем, как помещать пьяного, то есть он уже должен пройти экспертизу. Так что тоже очень много проблем. Поэтому они говорят, что мы не возимся, мы не хотим превращать отдел. Ну, то есть, опять же, это и запах, и они обсываются, и некоторые. Ну, в Котельниче другая немножко история. Да, все-таки там... чем там закончится, по прогнозам? Раз к первому представлению они все-таки хотя бы частично прислушались. Я хочу, чтобы там на самом деле тоже не помещали никого в эти клетки, которые сейчас там есть. Ну, Котельнич побольше все-таки населенный пункт. Ну, Котельнич, конечно, побольше населенный пункт, но я не уверен, что кто-то будет там долго скрываться, 3 месяца от суда, от сотрудников полиции. То есть добиться хотите именно этого? Да, тем более, что административный арест – это крайняя мера. То есть, когда имеются основания, что человек там скроется куда-то. Ну вот если, допустим, ехал пьяный водитель, да, без прав, из другого города, то, конечно, его там можно задержать, потому что он уедет, скроется, его не найти потом. Если человек живет в Котельниче, у него есть место регистрации установленное, то никаких вопросов тут не должно быть. Ширину коек они обязаны будут изменить? Ширину коек, конечно, обязаны, лавочек, потому что они сейчас постепенно меняются. Вот недавно у нас в Нововятске сделали широкие скамейки. Но на самом деле это же вопрос-то 4 досок. Ну, 4 доски, 2 по ширине и 2 сбоку прибить. Угу. То есть ничего сложного, в принципе, нет. Расходы тоже копеечные по сравнению с капитальным ремонтом. Просто надо, чтобы до этого руки дошли. То есть там на 3 камеры сделать вот эти вот, в каждой камере прибить по 4 доски, никаких сложностей как таковых нет. Тем более Котельнич это не маленький город, у которого нет там денег на 4 доски. Насколько часто прокуратура прислушивается к... В Слободском, кстати, тоже недавно сделали, тоже расширили скамейки. Я просто рада буду за административно задержанных Слободского. Насколько часто прокуратура прислушивается к вашим жалобам? Практически всегда. Ну, то есть я не помню, чтобы хоть раз... Ну, то есть именно что касается условий содержания, то мы всегда я пишу всегда обоснованные жалобы, и прокуратура проводит проверку и выносит представление всегда. То есть я не помню, что по условиям содержания хоть раз прокуратура отказала. А кто отслеживает исполнение представления прокуратуры? Прокуратура, во-первых, сама отслеживает, то есть меры реагирования, потому что начальники потом отчитываются, какие меры были им приняты для выполнения представления прокуратуры. Ну и я, когда приезжаю в следующий раз, я смотрю, я спрашиваю, что было сделано, почему не сделано, когда будет сделано. Это каким-то образом регламентировано, вот этот вот временной промежуток между вынесением представления прокуратуры и вашим следующим визитом? Нет.
Ну, то есть у нас, когда есть время, то есть я тогда и езжу. Проходит обычно месяц, два, три, год. Ну, месяц, два, три, когда как, по-разному. По-разному. Понятно, что если там отдел в каком... Ну, где находится, опять же, отдел полиции. Ну, конечно, если это Котельнич, то одно дело, если это Кирс, то совсем другое. Да. Артур, но на самом деле в Кирсе я бываю чаще, чем в Котельниче. Понятно. Потому что там в Верхнекамском районе находится 7 колоний. Угу. И я, соответственно, езжу в колонии, по пути заезжаю в отдел. А в Котельниче находится всего лишь одна колония, и не всегда бывает удобно туда ехать ради одной колонии. Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области в нашей студии. Еще немного о работе комиссии я бы хотела поговорить. Вопрос следующий у меня. Насколько я понимаю, общественная наблюдательная комиссия формируется сроком на... Три года. И вот тот, действующий тот состав с ноября 2016 угу. года по ноябрь соответственно, следующего 19. года. Да. Как вам работается? Ужасно. Так. То есть надо понимать, что... Сколько человек сейчас? Сейчас в комиссии 30 человек. Я спрашиваю... В прошлом созыве было 20. Да, исходит из того, что довольно часто приходится ездить в Кирс. Я так понимаю, что не все 30 человек активны. Ну, смотрите, они приезжают, они смотрят что-то. Ну, приезжают как на экскурсию, грубо говоря. То есть приехали, походили, там их чаем напоили, печеньками покормили, они уехали, все хорошо, никаких замечаний нет. Так. Так что толку от того, что ну, тот же председатель ездит, то есть на самом деле никакие проблемы осужденных не решаются. Мы сейчас к Михаилу Кузьминых, председателю да. общественной наблюдательной комиссии, перейдем, конечно. Вот, то есть 30 ну, человек он, активно, есть активно из них работает сколько? Нет, активно человек 15, наверное. Ну, то есть половина работает? Ну, на самом деле, да, в любом регионе такая практика. Что работает примерно половину из тех, кто есть. Надо понимать, что это общественная деятельность, она не оплачивается, расходы покрываются самостоятельно. То есть желающих поехать в Кирс не так много? Ну, вот, допустим, некоторых членов ОНК возят УФСИН. Так что надо понимать со всеми вытекающими последствиями. Так, это рождает какие-то подозрения в том, что они не очень хорошо контролируют. Знаете, есть такое выражение, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Не очень хорошее выражение, не нравится. Не нравится, но в случае с некоторыми членами ВНК так и есть. Мы фамилии будем называть или не будем? Ну, я перечислять весь список, ну, конечно. Я думаю, нет смысла. Хорошо, я тогда сама, наверное, назову. Я предполагаю, что вот председатель общественной наблюдательной комиссии Михаил Кузьминых, которого мы с некоторого времени довольно активно да. упоминаем в нашей студии. И не студии. Только вы, да, многие его упоминают в последнее время в СМИ. На сайте, который он ведет, в общем-то, не скрываясь, совершенно пишет, я так смотрю, вот визиты его в места лишения свободы. Обычно он ездит в компании, ну или как-то так конечно, совпадает, что там представители УФСИН находятся. То есть мы можем предположить, что Михаил Кузьминых как раз один из тех людей, кто ездит, кого обеспечивает транспортом Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Не можем предположить, а это так и есть. Так. То есть я могу это утверждать. То есть его возит помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека, они вместе с ним ездят на его машине, либо на Дмитрий Кокорин, либо на транспорте УФСИН. Так что в этом плане все, в принципе, очевидно, мне кажется. Когда он приезжает посмотреть там парады на 9 мая, потом писать о том, как все прекрасно в колониях. Писать на сайте, о котором писать мы тоже сайте, говорили да. в этом эфире. У нас два сайта общественной наблюдательной комиссии. Один тот, который утвержден членами комиссии, УНК. Дефис 43.ру. И второй УНК 43.ру. Без дефиса. И ссылка на второй сайт ведет с сайта УФСИН. УФСИН, да. Потому что он просто написал обращение в УФСИН, сказал, что поменяйте вот на этот сайт. По инициативе Михаила Кузьминых, председателя УНК, это было сделано. Вот, контент сайта вызывает вопросы по-прежнему. Я думаю, после того, как в нашем эфире это будет озвучено, после того, как многие СМИ, в том числе федеральные, напишут о том, что есть вопросы к контенту. Так уже написали, это вы СМИ или все абсолютно, потому что просто ужас, невозможно читать. Я знаю, это... что собиралась рабочая группа общественной палаты Кировской области, и было принято решение направить в УФСИН письмо с просьбой объяснить и оценить контент, содержащийся на сайте ОНК43.ру, но продолжают публиковаться там тексты, в которых используются, например, такие слова, как «идиоты». Ну, вот мне кажется, они немножко странные по отношению к людям, читателям, немножко, коллегам очень по работе странные, и прочее. Тогда.
Вот. Я очень надеюсь, что все-таки Михаил Кузьминых наши эфиры слушает и в эфир к нам когда-нибудь придет и в некотором смысле объяснится. А вопрос мой связан со следующим. Если Михаил Кузьминых ездит по местам лишения свободы, в том числе там, при помощи транспорта УФСИН, вот, остальные члены общественной наблюдательной комиссии добираются у кого как получится, да, то вот на 7 июня в городе Мутнеинске назначено заседание общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Притом на 10 утра. Но я хочу заметить, что 7 июня это будний день. То есть назначать заседание за 200 километров от Кирова в будний день на 10 утра, это очень странно. Тем более бензин никто оплачивать не будет, по крайней мере, там членам ОНК, ну, которых я знаю. Мы сейчас об этом заседании поговорим чуть подробнее. Артур Абашев в нашей студии. У нас небольшая реклама и вернемся. Особое мнение на 101 FM. Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы в Кировской области в нашей студии. Главный модератор интернет-портала 7 на 7. Мы о деятельности УНК продолжаем говорить. Первое за два года, как мы выяснили в перерыве, с момента старта работы ОНК, да, с ноября 16 года. Собрание состоится на следующей неделе, в четверг, 7 июня, в Мутнинске. Как говорит наш гость Артур Абашев, место выбрано не самое удачное, чревато тем, надо что, понимать, что это не соберется комиссия в полном составе. Да, то есть почему решили проводить в Мутнинске, в котором проживает там, 5 человек из членов ОНК из 30, когда большая часть проживает в Кирове. Ну, в Кирове, наверное, непонятно. Больше половины членов ОНК проживает. Да, потому что есть 2 человека, которые проживают в Верхнекамском районе, что, кстати, тоже не самое удачное для них место. Я правильно понимаю, что место проведения собрания назначает председатель ОНК? Да, именно так. Повлиять каким-то образом на невозможно. Него? Невозможно. Вообще работа комиссии строится как? Вы насколько часто друг с другом контактируете? Вот вы же должны как-то... Последний раз я видел председателя у вас в эфире. Так, это было давно. Это было год назад. Ну, сколько? Это было давно. Очень давно. С тех пор я с ним не пересекался, не видел. А регламент комиссии вашу совместную деятельность каким-то образом предусматривает? Ну, когда я оповещаю УФСИН о посещении мест колонии, я параллельно отправляю ему уведомление. Ну, председателю. Это, я так понимаю, по регламенту требуется, да? Соответственно, да, я выполняю регламент. Нет, у меня-то сейчас вопрос в другом. А больше как бы лично я с ним не пересекался, никаких собраний не проводилось. А члены общественной наблюдательной комиссии, ну, хотя бы часть их, каким-то образом где-то собирается, может быть, обсуждают какие-то проблемы, обсуждают какие-то возможные потенциально выезды куда-то? Или это все по телефону вот в таком режиме буквально? Ну вот те члены ОНК, с которыми я давно знаком, общаюсь, то есть я, конечно же, обсуждаю с ними выезды. Но не собираетесь. Как действует Кузьминых, мне абсолютно неизвестно. То есть они скрывают обращения, которые поступают в ОНК. У меня вопрос по поводу грядущего вашего собрания. Хотелось бы понимать все-таки, во-первых, есть ли возможность у людей, которые не являются членами общественной наблюдательной комиссии, в частности журналистов, каким-то образом получить информацию о том, что там будет происходить? Потому что там Мутнинск довольно далеко. Журналисты из Кирова, естественно, туда никто не поедут. Никто не поедет, даже не члены ОНК не все поедут. А первое за два года собрание общественной наблюдательной комиссии, это, в общем-то, интересно. Хотелось бы, конечно, понять. Узнать, что там будет вообще происходить, да, понять. И о чем они там будут говорить. Официально заявлено, что будут подводиться итоги работы ОНК за период с 6 ноября 2016 года и задачи на предстоящий период. Но это официальная тема, которая так звучит. А что будет происходить на деле, я не представляю. То есть вообще нет никакого представления, потому что там может делаться все, что угодно. Они соберутся, ну, для кворума нужно 15 человек, они, в принципе, могут собраться и принимать любые решения, в том числе по изменению регламента. То есть если мы предположим, что какую-то часть членов комиссии доставят в Мутнинск, да, кто-то доберется сам, плюс 5 человек живут в Мутнинске и смогут подойти... Да, то, соответственно, они могут вносить любые поправки в регламент. Ого. Да, и это грозит тем, что, ну, вот самое, чего я опасаюсь больше всего, в некоторых регионах сделали так, что нужно посещать места принудительного содержания с согласия председателя. То есть он может сказать нет, и вы туда не поедете? Формально, да. Ну, то есть, на самом деле, и потом это приводит к тому, что по закону-то по федеральному мы можем посещать, и через суд приходится отдавать в суд по факту недопуска. И обжаловать, ну, то есть обжаловать в судебном порядке. Это занимает время? Это очень много времени занимает, тем более с учетом того, какое количество мест принудительного содержания я сам посещаю, это около 10 в месяц.
по каждому судиться, это будет достаточно сложно. Ну, я так понимаю, что ведь актуальность темы может пропасть. То есть да, есть, конечно, есть потому жалоба, что представьте человека, который, да, который вот голодает, да, то есть жена узнала, следам. Да. То есть даже те же самые синяки посмотреть, да, у человека, который говорит о том, что его избили. Угу. То есть нужно делать это оперативно. Вопрос поступает нам на сайт. Спрашивают вас, Артур, как поднятие и повышение цен на бензин скажется на поездках членов ОНК по колониям? Я думаю, особо никак. Вы не сократите число поездок? Нет, число поездок мы точно не сократим. То есть, во-первых, у нас есть президентский грант, за счет которого до августа этого года уже второй или третий, который мы выиграли, общественная организация выиграла, и он поддерживает, как раз оплачивает транспортные расходы. То есть в этом плане сильно не скажется. Я правильно понимаю, что Михаил Кузьмин средствами этого гранта не пользуется, раз он ездит в субсидию? Он принципиально не пользуется, хотя на первом заседании мы рассказывали про этот грант, говорили о том, что любой может воспользоваться, обратиться, никаких проблем в этом нет. Главное, предоставьте нам потом финансовую отчетность за потраченные деньги. Конфликт, который существует между одной частью членов ОНК и другой частью членов ОНК, в этой студии мы разбирали, да, в том числе с участием общественников наших кировских. Вот у многих возникает вопрос. Собственно говоря, ОНК – это такая, ну, в некотором смысле, саморегулирующая организация. Да, но это даже не организация, потому что у нее нет статуса юрлица. Угу. Но вот возникла конфликтная ситуация. Первое, что приходит на ум, вам надо всем вместе собраться и все-таки выяснить, что происходит и как действовать дальше. Ну, принять какие-то решения, вот общим вашим составом в 30 человек. Мы выяснили сейчас, что это довольно сложно, потому что разбросаны члены ОНК по Кировской области, но можно же какое-то заочное голосование устроить, еще что-то. Вам как кажется... По какому именно вопросу устроить заочное голосование? Не, ну вообще мне кажется, что существование сайта ОНК43.ру в некотором смысле дискредитирует общественный контроль. Я очень жду официального ответа УФСИН на запрос общественной палаты, да? Ну потому что употребление слов «идиоты» и еще более хлёстких по отношению к коллегам, это неправильно. Это не только неправильно, но это еще и нарушает кодекс этики членов ОНК, при том, что это является основанием для исключения члена ОНК из состава комиссии. Ну вот, я бы хотела очень, чтобы но надо понимать, ОНК что сейчас в ОНК большая часть это либо пенсионеры УФСИН, либо люди, которые от них зависят. То есть у кого-то бизнес в колониях, надо понимать, что вывозят дерево. Ну, и, соответственно, либо вот образовательные учреждения, например, которые получают АТК-6, ну, кучу материалов, те же самые на ремонт, да, виду, да, да, строительных. Угу. И они просто зависимы от них. И они, ну, эти люди, которых большинство, они не будут принимать такого решения. А УФСИН? Ну, вот ваш прогноз. А УФСИН формально он никак не связан с ОНК. Нет, он никак не связан с ОНК, но оценку-то все-таки материалом, который публикуется на сайте, ссылка на который ведет сайт УФСИН, не должны они давать разве? Формально не должны, ну, с точки зрения закона. Какая интересная история. Да, увы, все печально в этом плане. Хорошо, возвращаясь к заседанию 7 июня, который будет, все-таки какую-то информацию мы оттуда сможем получить? Артур, ваши коллеги, ну вот да, с кем вы контактируете, да, кто-то будет там, да, на заседании? Кто-то будет. А видеосъемка там разрешена? Формально, да, разрешено, это открытое заседание, поэтому никаких проблем с видеосъемкой не должно быть. Я очень надеюсь на то, что мы получим все-таки видеозапись, но я все-таки надеюсь, что регламент не будет меняться, что это будет, ну, да, действительно подведение итогов и определение каких-то планов на будущее. Еще одна тема, которую хотела с вами обсудить, коротенькая тема на самом деле. УФСИН России в лице заместителя руководителя не исключает по-прежнему, несмотря на то, что разные версии называются в последние несколько там недель, да, того, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет отбывать наказание в Кировской области по месту прописки. Но называется также и Московская область, ранее там называли Брянск, Тулу, Иркутскую область. Ну, если мы возьмем уголовный исполнительный кодекс, так, то осужденный должен отбывать наказание по месту совершения преступления, либо по месту прописки. Да. То есть если учесть, что не исключена. Если учесть, что в Москве нет своих колоний, там находится только 4 СИЗО на территории Москвы, то логично предположить, что он может отбывать наказание в Кировской области. Я вас, но как мы человек, понимаем, который что... вхож, да, в исправительное учреждение, хотела бы спросить, вот такие вещи и, скажем так, поступление подобного статуса заключенного, они каким-то образом внешним глазом заметны? Можно как-то об этом узнать заранее, да или нет? Понятно, что официально никто не будет сообщать, куда Белых этапирует в тот момент, когда только, ну, конечно, начнется потому этап. Потому что это, ну, во-первых, опасно с точки зрения побегов, поэтому конвои все держатся
держатся в секрете. То есть даже сотрудники колонии, например, не знают, кто к ним когда приедет. То есть им привезли, все, вот документы, вот вам осужденный. То есть до этого никто не знает, только конвойная служба, она держит все в секрете. То есть никаких специальных подготовительных мероприятий в кировских колониях, даже если сюда будут этапировать Никиту Белых, не проводится? Не должно проводиться, ну, вряд ли будет проводиться. И информации никакой получить невозможно? Увы. Я так понимаю, что вот буквально, может быть, остается там неделя, да, две или три до того момента, когда мы можем узнать все-таки, куда отправят Никиту Белых. Ну, куда отправят, тогда узнаем. Я думаю, ну, как бы смысла большого нет. Куда бы ни отправили, ну, все равно будет. Тюрьма есть тюрьма. Поэтому небольшая разница, в каком регионе он будет сидеть. Лишь бы это на был самом деле не это Красноя... большая, ну, разница, понятно, потому что если это Кировская область, у нас здесь есть ОНК. Ну да. Который, а в Красноярском крае есть колонии, до которых можно добраться только на вертолете. Ну, если в плохую погоду, ну, когда дороги размыты. Но вот я все-таки надеюсь, что это будет поближе, чем Красноярский край, и какую-то информацию мы будем получать, в том числе от ваших, Артур, коллег. Ну, это было бы здорово, общественной... да, если бы вы отправились сюда. Наблюдательной комиссии. Я вот не уверена, что это для него было бы здорово. Вряд ли это психологически хорошо быть заключенным в той области, где ты еще недавно был губернатором. Знаете, психологически вообще тяжело быть заключенным, поэтому это как бы говорить... Я поверю на слово. Да. Вот, например, недавно был тоже у Александра Плотникова, по-моему, да? Александр, ну, который возглавлял ГИБДД Кировской области. То есть находится он в первом СИЗО сейчас, сидит в спецблоке. И, ну, по крайней мере, у него хотя бы уже позитивное настроение. Он все-таки верит, что его оправдают. Потому что вот первые дни, когда он только был помещен в УВС, он был в очень подавленном состоянии. Давайте напомним, кто такой Александр Плотников. Ну, бывший начальник ГИБДД Кировской области, который по делу с КАМАЗами... Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы и главный модератор интернет-портала 7 на 7, был в нашей студии. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.